Андрея актуальны и просты, но играют большую роль в самых сложных моментах жизни человека. Слушайте и смотрите проповеди пастыря Андрея Жаповалова. Сегодня я хотел с вами поговорить на тему, которую я назвал «Он проходил мимо». Он проходил мимо. Вы знаете, Смирились ли вы с тем, я хочу вам задать такой вопрос, смирились ли вы с тем, что вы имеете? Смирились ли вы с тем, что вам говорили? Смирились ли вы с тем, в чем вы находитесь? Смирились ли вы с тем, что вам отмерила судьба? Нам с вами дали, нам с вами вручили с нашего рождения такую вещь, которая называется судьба. Тебе вручили твое лицо. Тебе вручили твои все, твою лысину тебе папа вручил. Тебе вручили многое. Все, что вот идет по роду, ты много чего заимел, придя в этот мир. Много чего получил, тебе дали. Но факт остается фактом, что лысину ладно, исправить можно. Amen. Пошел там пару там каких-то моментов, операций там тебе, там где густо поставили туда где мало и получилось везде одинаково Amen? поэтому как бы лысиной проблема решается быстро но что если тебе вручили болезнь что если тебе вручили какую то судьбинушку и ты не можешь пойти назад и сдать свою судьбу и сказать она мне не нравится пожалуйста я хочу поменять на лучшую что делать? И большинство из нас, мы с вами ноем, о ты моей судьбы не знаешь. Я вам честно говорю, сколько я встречаюсь людей, у всех что-то есть послушать. У всех есть поплакаться в кулачок. У всех есть, чтобы, там, знаете, сдаться, сложить руки. Мне, наверное, интереснее с людьми общаться, с которые. Тут, которые придет вперед и скажет, слушай, а у меня вообще в жизни никогда ничего не было плохого. Вот это для меня, наверное, сенсация будет. Потому что у всех у нас в жизни что-то происходит, то, что нам не нравится, то, что мы не хотим и не желали бы. Мы хотим с вами движение Духа Святого. Но самое интересное, от кого или от чего это зависит в нашей жизни? От кого зависит то, что мы будем иметь в нашей жизни? Вы знаете, что Большинство людей, я нахожу таких, которые при дороге этой жизни просят милостыню. Просто сидит огромная толпа христиан, и они ждут, что когда-нибудь мимо них пройдет Иисус Христос и даст им что-то. Они ждут, что когда-нибудь Господь будет проходить мимо, и Он посмотрит на их и скажет доченька иди сюда сынок иди сюда. С некоторыми Бог так сделает и сделал, но это не так, как было у меня. Он проходил мимо и он абсолютно не, собр... не собирался обращать свое внимание на многих из нас. Но я вам сразу скажу, ты скажешь, что о чем ты говоришь, сейчас вы все поймете, о чем я говорю. Как-то все не сходится, как это Иисус проходил мимо. А вот так это. Он проходил мимо. И от твоей реакции будет зависеть то, что ты будешь иметь в своей жизни. Около многих из нас Иисус не заходит к нам в дом. Он просто проходит мимо. Потому что он хочет увидеть, как ты реагируешь на Бога. Около многих из вас Иисус стоит рядом многие и долгие годы. А мы ждем, что когда-нибудь Он ворвется в нашу судьбу и отмерит нам, как мы действительно заработали по-настоящему от Бога, мерой утрясенной, нагнетенной. Ведь я же, Господь, посмотри в мою жизнь, вот я же, Господь, приди ко мне. Но были люди, люди в этой жизни, которые не смотрели на обстоятельства, которые были рождены никем, ничем, ни с кем и нигде. Эти люди просто отреклись быть незамеченными на обочине этой жизни. Вы слышите меня? И я знаю, здесь сидят люди, которые отреклись быть незамеченными на обочине своей жизни. Они сказали, во что бы то ни стало, что бы в моей жизни не происходило, я буду замечен Богом. Вы слышите? Я не дам ему пройти мимо меня. Сегодня мы с вами коснемся мест из Писания, которые многие люди, может быть, читают, но до конца не понимают, почему эти места именно в Библии. Мы прочитаем о людях, с которыми Иисус ничего общего иметь не хотел, не желал и даже мимо их даже не проходил. Около нас мимо Иисус проходит, это еще бонус. Были люди в Библии, около которых Иисус даже не собирался заходить в те селения. Вы слышите меня? Были моменты в жизни людей, которые абсолютно не должны были получить прорыв в своей жизни. Но из-за того, что они были настырные, упрямые, выскочки, за то, что они не могли свой язык за зубами держать, они получили свой прорыв в своей жизни. Вы слышите меня? Целая нация, родные мои, сидит и ждет, не понимая, как взять свой успех. Я сейчас говорю о большинстве людей. Есть категория людей, которые хотели бы они или нет, к ним зашел Иисус. Были и такие. Аминь. Помните Закея? Иисус не должен был быть у него, за вернее, не звал его к себе. Но Иисус повернулся к нему и сказал, сегодня мне надо быть у тебя в доме. А что делать тем людям, к которым Иисус не планирует зайти? Что делать? М? Лезь хоть на какое хочешь дерево. Смотри, откуда хочешь, покупай хоть какие угодно флажки. И Иисус к тебе не заходит. Он не планирует, он ничего не желает. Что делать? И я нашел себя в этой категории. Вы знаете, когда я начал читать вот эти места, я понял, что Иисус проходит мимо. Вы слышите меня? Он проходит мимо. И сейчас от вот этого момента в моей жизни будет зависеть, моя судьба. Он проходит мимо. Самое интересное, что те люди, к которым Иисус должен зайти и быть у них в доме, Иисус был у многих людей в доме, они ничего не получили. Он сидел у них в доме, прямо в доме, накрытые столы. Они сидели, слушали Его, были с Ним и ничего не получили. Но в то же самое время, Какая-то странная штука происходит в жизни других людей. Они абсолютно ничего не должны были получить. Они абсолютно не должны были ничего иметь. Они абсолютно не должны были ни к чему прикасаться. Они получили самое сокровенное. Так значит, в нашей жизни не зависит, зашел к тебе Иисус или не зашел. Все зависит от тебя. Насколько ты хочешь, чтобы Иисус пришел к тебе? Все зависит от нашего расположения. И я вам сразу говорю, многие люди смотрят на вас, на меня, на всех остальных людей, кто фукает, кто тыкает пальцами, кто говорит, вау. Но, родные мои, Иисус сейчас идет. Аминь. Пусть в нашей церкви, в твоей домашней группе, через тебя, через другую какую-то церковь, через другое, Иисус идет. И у тебя есть два выбора. Быть наблюдателем и просто смотреть на все, что происходит сейчас, как на телевизионное шоу, реалити. И мы с вами так живем, мы наблюдаем, мы ждем, Вся наша жизнь проходит как будто по телевизору. Мы живем в жизни, но мы в ней не участвуем. Вы слышите меня? Все проходит мимо. В твоей жизни все проходит мимо тебя. Все находится, чтобы ты, ты можешь достать его на вытянутую руку. Оно все здесь. Но ты отрекаешься участвовать в этом фильме под названием жизнь ты смотришь на нее со стороны и наблюдаешь М -м -м -ха -ха -ха. знаете и мы с вами смотрим за этой жизнью как очередной телесериал кто ты скажи мне свою роль в этом фильме жизнь скажи мне что ты избрал для себя и родные мои иисус в этом фильме роли не раздает мы их берем я родился, вырос, все надоело. Я сказал, я хочу быть в главной роли. Я хочу быть в главной роли, хотя бы в своей церкви. Если не в моей церкви, то в моей домашней группе я буду в главной роли. У вас у всех есть возможность быть в главной роли. Ты выбираешь, кем тебе быть, с кем тебе быть и что тебе делать в своей жизни. Мы с вами выбираем. Ничего оно не приходит. Вот я жду, чтобы Иисус зашел ко мне, как он зашел к Закхею. А что если он не зайдет к тебе, как он зашел к Закхею? А? Что если он даже не планирует к тебе зайти? Я обиделся. Ну и шуруй. Вперед. На обиженных там трамваи тягают. Имя? Он не, не зашел. Иисус Закхея любит больше. Но, Мы с вами выбираем. Зайдет к тебе Иисус или не зайдет? Он заходит к тем, кто орет громче всех. Вы слышите меня? Он заходит к тем, которые не смирились с тем, что им отвесила жизнь. Смирился ли ты с тем, что тебе отмерили? Смирился ли ты с тем, что тебе отвесили? Или нет? Я нет. Я до сих пор не смиряюсь. Даже то, что сейчас отвешено. Нет, никогда в жизни. Но, Господь, я вообще ничего не вижу. а -ля, -ля, ля где церковь? Я не вижу, где церковь? Это больше. Разве это церковь? Это хорошая ячейка. Родные мои, что бы тебе жизнь не отмерила, не вздумай смириться. Вы слышите меня? Потому что блаженны какие? Жирные и сытые? Но алчущие и жаждущие, они блажен. Почему? Потому что они всегда хотят. Вот у меня дети. У кого есть дети, поднимите руку. А у кого нету, пусть вас Бог благословит. Они у вас будут. И вот им всегда мало. Ты им купил одну игрушку, и мало ты им две. И чем больше ты им покупаешь игрушек, тем им меньше. И меньше у них их становится. Они их не замечают просто. Раньше у меня был деревянный паровозик. Деревянный. И он был такой хороший, я мечтал. Я говорю, мама, она у меня была стоматолог. Она говорит, сыночек, если зубы хорошо будешь лечить, а я был шантажер, уже с детства хохол был. И я говорю, ты мне машинку должна с открывающимися дверьками купить. Она говорит, хорошо, будешь сидеть молчать, все куплю. Я сижу в кресле. Ты не любишь стоматологов? Представляешь, ты растешь с одним. Ты живешь с ним. И у них... Некоторые говорят, тебе повезло. Я говорю, но! <свят> Насчет зубов, ну да, зубы за то, за то сколько лет, ни одного, знаете, вставного зуба нет. Мама работала. <свят> Всего лишь там считанные пломбочки какие-то, и все. Понимаете, почему? Потому что <свят> кто-то следил за тобой. Представляете, ты ходишь раз в месяц, для тебя это ужас. А представляешь, у, у нее даже дома шкафчик, она его открывает, у нее все там лежит, все вот эти вот эти штуки. Ты открываешь, ты смотришь, как будто сейчас будет пытка какая-то. Оно все лежит на марлечке, стерильное. И она иди сюда. Я тебя сейчас проверю. Так вот, к чему это я? Не знаю. Ну, в общем, возвращаемся назад к теме. Паровозик. И вот мне отмерили паровозик. Я не смирился. Я хочу больше. Я за зубы сколлекционировал целую. Представляете, у меня целая коллекция была машинок в серванте. Это, вот этот зуб, я помню, он самый больный был. И у меня по машинам определялись мои стоматологические посещения маминого офиса. Зато целая коллекция была. Так вот, родные мои. Смирился ли ты с тем, что тебе отмерили? Смирился ли ты с тем, что тебе от, отписали? Смирился ли ты с тем? Нет, значит, ты в правильном месте попал. Если ты смирился, после этой темы ты перестанешь смиряться. Я вам сразу скажу, родные мои, вы знаете, что успех с потолка никогда никому не падает. Вы все согласны с этим? Вы уже достаточно прожили в этой жизни, чтобы понять эту вещь, что успех с потолка никогда никому не падает. Успех нужно желать, успех, об успехе нужно мечтать, успех нужно хотеть и успех нужно преследовать. Перестаньте искать формулу. Я вам сейчас скажу не формулу, а секрет. Как Бог? Как сделать так, чтобы Господь Иисус Христос обратил на тебя внимание? Вы знаете, и я видел людей лично в, в своей жизни, у которых был шанс получить все. У которых был шанс, они находились в самых больших пробуждениях, которых я даже не касался. Они мне рассказывали о чудесах Божьих, о которых я даже и не думал мечтать, потому что не знал, о чем мечтать. И я смотрю на этих людей, они полностью опущенные сейчас. И я говорю, ты был так близко около Иисуса Христа, и ты пропустил его. Я вижу других людей, которые живут за 3-9 земель, которые не могут иметь хорошей церкви, которые не могут иметь всего того, что мы с вами здесь в Америке имеем. Но они настолько вгрылись зубами за Иисуса Христа, и это самое ценное, что может быть в их жизни. Потому что удовольствие, родные мои, все, что ты имеешь, оно никогда не может принести тебе удовольствие. Оно приносит тебе удовлетворение на время покупки и все. Потом это просто становится вещью очередной. Удовольствие, великое благочестие быть благочестивым, понимаете, великое приобретение быть благочестивым и довольным, довольным. Получаешь ты удовольствие от того, где ты находишься? Получаешь ли ты удовольствие? Если нет, это не твое место, ты не там. Начни говорить, начни кричать. Господь, где ты? Господь, что с моей жизнью? Отец, что мне делать, как мне жить, куда мне идти? О чем мне мечтать? Давайте мы прочитаем одно из мест сегодняшних от Луки. 18 глава, с 35 по 43 стих. Очень интересное место. С этого места тема как бы и началась, когда я на него наткнулся. Смотрите. От Луки 18, 35, 43. Когда же проходил он Кирихун? Один слепой сидел у дороги, прося милости. Услышав, что мимо него проходит народ. Заметьте это слово. Я хочу, чтобы внимательно проследили сегодня за вот этим словом. Мимо. Вы слышите меня? Мимо него проходил народ. Никто к нему не шел. Никому этот Вартимей не нужен был. Ничего с ним общего не должно было быть ни у кого. Ему даже рот закрывали, чтобы он не мешал, потому что служение проходит. Вы слышите меня? Потому что он делал беспорядок в нашей церкви. Он слишком громко кричал, он слишком громко молился, он слишком громко, он слишком громко провозглашал имя Божье. Он слишком высоко поднимает руки, и слишком часто прыгает. Эти люди, они нарушают порядок нашего служения. Но заметьте на одну такую вещь, что именно эти люди привлекают внимание Бога. Один слепой сидел у дороги, прося милости, не услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое. Ему сказали, что Иисус на заре идет. Представляете, он даже не видел ничего. О, родные мои! Вы знаете, как на энкаунтере это видно? Как на энкаунтере это видно? Когда люди приезжают, и вы заметили, даже по первой молитве покаяния, вы можете уже видеть, голодные, они срываются первые. Ты еще не успеваешь домолиться, ты не успеваешь им еще разрешить приходить вперед, им все равно. Ты их вообще здесь не волнуешь. Они не к тебе вообще пришли. И поэтому быстрее затыкайся со своей проповедью, и мы хотим вот туда. Понимаете? И мне такие люди нравятся. И я наслаждаюсь, смотря на таких людей. Я только вышел говорить, он, он, он все кивает головой, он уже все. Я думаю, что он не пишет? У него давным-давно все написано здесь. Он приехал сюда схватиться зубами за Бога. И все. И иногда эти люди, ну, ну чего он тут вот на инкаунтере, тут так долго вот молится? Ко всем подходит, родные мои, это те люди, которые голодные. Это люди, которые не хотят, да, они нарушают, они затягивают, они, они мешают, они ко всем слушателям подходят, слушателя выморенные уже, но эти люди хотят Бога. Amen? Я просто хочу вам открыть такой секрет сегодня, и каждый из вас, если начнет использовать эти моменты в жизни своей, о, родные мои, вы увидите, как быстро Бог обратит на вас внимание. Ты скажешь, ну кто я на этой огромной земле? Ты что, муравейника не видел? Ты там вообще кого-нибудь различишь, там, кто что вообще вот делает? Не? Ну, то и у нас так, вот, то Бог смотрит, то большой муравейник, то, ну и что, мы тут со своими проблемками, ну, я понимаю, там, да, надо помолиться, вдруг что плохое случится. Ну, чего там Богу на меня обращать внимание? Какой-то муравей, наглый, залез на какую-то веточку и орет. А И ты смотришь на него, ты такой против. Он ну, слезь, давай работать. Нет, а -а -а! Он, он не хочет слазить. Е -е -е. Ему надоел муравейник. Ему муравей все надоели. Они все одинаковые. Они все одинаковое делают. Они все одинаковые, У них все по шаблону, запрограммировано все. Я какой-то муравей вырывает и начинает орать, палочки ломать. И, -и, и говорит мне это все надоело. Я хочу чего-то больше. Они сверху, они снизу смотрят, наверх. Ты что с ума сошел? А ну слезь. Ну сейчас этой палочкой тебе тут. И знаете, и другие муравьи там кулачонками, машут тебе знаешь, а ну иди сюда. Ты че в лес? Не мешай Богу. Он занят. А муравей сидит на веточке и орет. А -а -а -а! Он хочет Бога. мэ? Ты ползай! Я ничего против тебя не имею! Таскай свою шкарлупу! Мне вообще все равно! Бегай там, тусуйся с муравьями там. Гоняйтесь за мухами там полудохлыми. Мне вообще все равно. Мне хочется Бога. Я не смиряюсь с моим муравейником, в котором я родился. Вы слышите меня? Родные мои, я вам просто хочу вселить вам желание в сердце и дать вам понять, что нет людей на этой земле, которых Бог не хочет. Просто есть люди, которые обращают на себя внимание, а другие смирились со своим положением. Ну кто мы? Вы знаете, с таким вот менталитетом, вот этим, знаете, разбитым, раздушенным, рабским менталитетом. Я уверен, и вы, и я постоянно мы встречаемся с этим рабским менталитетом. Да что мне? Я уже стара. Что-то мне еще то просить у Господа. Ну и что? Старый мой орать будет. Какая разница? Вылез на дерево, еще ноги работают, работают. Ори! Скажешь, на дерево не могу залезть. Все равно, мы тебя занесем. Мы сделаем handicapped entrance. Мы сделаем заезд для колясок на дерево. Чтобы ты мог орать и обращать внимание Бога. Ты скажешь, и знаешь, люди смотрят и говорят, что ты о себе взомнил? Я говорю, а ты, шо, о себе, о, ты о себе до сих пор ничего не взомнил? Родные мои, мы себя одеваем здесь. Мы привлекаем внимание Бога на нас. И Бог, когда Его ищут, Он приходит к тем, кто Его ищут. Ты согласился жить в этом мраке с катертью дорожка? Мне вообще все равно. Я не согласился. Я буду орать и орать. Знаете, какое мое дерево? Следующая телевизионная станция. Мы еще берем одну телевизионную станцию. Что это такое? Вы берем, взяли ТВ? Нет, не ТВ. Не Мы еще поставили одно дерево, и я еще на одном дереве орать буду. Что ты хочешь? Все заключается в том, не что хочет Бог для твоей жизни, а все заключается в том, что ты для своей жизни хочешь что ты мечтаешь О, а я и не думал что можно мечтать нужно а нас так не учили вот мы вас и по другому научим многому чему нас не учили имя -э? много чему нам не давали много чему говорит сиди сестра смиряйся бог тебя увидит не видит орать надо некоторых видит а что делать насчет тех, которые 30 лет прошло, и нет Иисуса? Он в эту деревню не заходит. У него свои дела. Выйди со своей деревни. Имя. И гони туда, где Иисус. Вот мы ждем и ждем. Когда в наш город, в наш штат приедет помазанник? А может никогда? И что ты будешь делать? Умирать? Но собирай свои чемоданы и при туда, где помазанник. Приду туда, где огонь Божий горит. Едь туда, где слава Божья течет. Я и здесь могу получить. Получай. Сможешь, нормально. Опять же говорю, вылазь на дерево. Ничего не получается. Дерево. Господи, у меня ничего не получается. Дерево. У тебя дерево есть? Нет. Построим. Будешь орать. Конечно, ты не будешь нравиться всем. Конечно, мы вылезли. Нам звонят там какие-то вы странные. Вы вообще ни на кого не похожи. Я говорю, я не понял, что мы должны на кого-то быть похожи? Я этого откровения еще не получал. Что все мои дети должны быть одинаковые. Сережа, 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 что не рожа, то Сережа. Что это такое? Я не знаю. Сори, Сережа. <coughs> я такого откровения не получал чтобы все были одинаковые, наоборот, уникальные детки, разнообразные, интересные, все по-своему думающие и понимающие. Читаем дальше. Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал, ⁇ -о, О, вот где секрет? Не в том, что ты слепой. Не в том, что около тебя постоянно, где-то конференции проходят там, аллилуйя. Секретно заключается в том, чтобы когда ты видишь и слышишь, вовремя клюнуть и начать кричать Бог! Я хочу видеть! Сколько орать? Орать до тех пор, пока не придет прорыв! Сколько это будет долго? Не знаю! Я орал 12 лет, получил. Я не знаю, сколько у тебя. Год, нормально, два? Нормально. И знаете, в этот период этих 12 лет. Мне уже самому надоело на этом дереве сидеть. Ну, Господь! Ну хоть ланч будет! Когда-нибудь! 12 лет! Потом Иисус говорит, слазь уже будет! Окей. Вот и слез. Теперь я вам говорю! На дерево всем! Нет прорыва, нет прорыва там, ари. Залезь на свое дерево и скажи: Бог! У меня не лады в семье! Наведи порядок. Если у меня с мозгами не в порядке, исправь мои мозги. Мои дети в мире, Господь! Они а на наркотиках приведи, Господь. Залезь, у каждого из вас должно быть свое дерево с которого ты будешь орать и не давать дьяволу попирать тебя. Я совсем не сужу тебя, если у тебя детки ушли. Я говорю о том, что ты делаешь по тому поводу, если они ушли. Ну, я в детстве книжку читал про Моисея. Они все знают. Че? Ты за них в пролом вообще становился? Ты за них пост недельный, двухнедельный брал? Ну, две недели. Ну, если тебе твой червяк дороже, чем твои дети, тогда нам не по пути. Я вот три дня и усе уже. Тренируй свой червяк. Тренируй. Он постоянно голодный. Он всегда голодный. Пойди в пост. Сколько? ты Бог тебе скажет. Бог мне начал говорить. Я говорю, Господь, я буду поститься. Он говорит, точно? Я говорю, да, он говорит, ну тогда пиши. Я там писал цифры с нулями. Но я знаю, что такое дерево. Я знаю, что такое не смириться с тем, что тебе отмерили. Я знаю, что такое приходить из церкви в церковь, из церкви в церковь, из церкви в церковь и ничего не находить живого. Я знаю, что такое орать и говорить, Бог, я хочу есть. Я хочу есть такой пищи, после которой мне начнет быть хорошо. И смотрите, он закричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Шедшие впереди, Заставляю его молчать, но он еще громче кричал, сын Давидов, помилуй меня. Представляете, какой наглый. Твое положение ничего о тебе не говорит. А тебе говорит все твое нежелание смириться с обстоятельствами. И у вас, у каждого, у каждого и у меня есть вот так обстоятельства. И отмазок еще больше. Ну ты понимаешь, жизнь такая. А другой у него точно такая жизнь. И он живет. Не просто живет, поет. Ты смотришь, думаешь, Боже, ну дает. Потому ну, что он, перез... он не захотел смиряться с своим положением. У меня нет того, у меня нет всего. Мы сегодня с вами будем именно читать только эти места из Библии. Только эти. Там, где Иисус совсем не собирался. Там написано, он мимо проходил. Проходил мимо, а тот орал. Иисус, Иисус, он даже не знал, где Иисус. Толпа идет, как, как знаете, как эшелон. Он хочет прозреть. Ты видеть хочешь? Я хочу. Ари. Начинаю закрываться дома и начинай орать. Ты вообще когда-нибудь орал? А у меня соседи. Я в машину сажусь, включаю музу и ору. Ты скажешь, как на меня будут смотреть? Да мне все равно. Они в муравейнике. Я хочу, я еду, серьезно. У меня такие моменты частенько бывают. Мне надо что-нибудь получить от Бога. Молиться, уже молился, уже, у, 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 ну, все уже. Сколько можно? Я еду и говорю. «А -а 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 ты скажешь, Бог знает, знает. Я так делаю перерывы, говорю, Господь, PDF, ты знаешь! А -а 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 я хочу пробуждения! Я хочу огня! Я хочу жизни! Я хочу спасенные души! А-а-а! Ты хочешь или не? Странная проповедь, может она тебя и выведет из твоего рабства. Но тут секрет есть. Смотрите, он еще громче кричал: "Иисус, сын Давидов, помилуй меня". Иисус, остановившись, велел привести его к себе. То есть Иисус уже прошел, потом какой-то странный шум там. Все идут, нормально себе псалмы поют, все в порядке. Идут кто-то. А где-то с уголка, что-то что перебивает волны наш. И он говорит, что это там шум какой-то, какая-то помехи идут. Он говорит, а там есть один. Что-то орать начал. Всю жизнь сидел спокойно. Все нормально было, все проходили. В Артемей как жить? Нормально, на тебе копейку. Спасибо. А тут Артемей понял, что тут копейка не пойдет. Хотя любой слепой, Представляете, это, это все равно, что дилер всегда ставит свою дилерскую около самого большого трафика. Я знаю, у меня друзья дилера есть. Они говорят, самый большой трафик, где машины постоянно стоят, останавливаются, где постоянно тупики, запоры, знаете, там, не -не -не, там по полчаса стоят, они ищут эти места. Потому что они стоят и на машины смотрят. Представляете, для слепого, это ж бизнес. Целая толпа идет. Тут время заткнуться и говорить, давай, 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 давай. -давай". Представляете, такой эшелон прошел людей. Тысячи людей идут и все бросают. Бынь, 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 там шляп не хватит. Это же бизнес, во. Для слепого, ну, ну представляете вообще, ты чего орешь? Ты, 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 ты сбиваешь все. Замолчи, люди ж будут как-то относиться к тебе лучше. Но его не волновал этот бизнес. Его волновало то, что он хотел видеть. Аминь. Цель была его не в том, чтобы накопить денежки, а в том, чтобы видеть. Я видел людей, которым сказали, приведите вашу дочку на энкаунтер, мы помолимся за ее освобождение. Они сказали, а вдруг ее Бог освободит, и нас лишат дохода. Я вам говорю перед Богом, поднимая руки. Я разговаривал с этими людьми, я знаю. Какой ужас! Какой кошмар! Ребенок беснуется, сумасшедший. А для них это источник дохода. Вы слышите меня? Что это? Я не знаю. Последнее время, наверное. Иисус идет мимо, мимо, Он идет, сейчас время орать, сейчас время вставать, сейчас время брать, потому что Иисус проходит мимо. Не, а вдруг ее Бог освободит, мы потеряем деньги. Иисус, остановившись, велел привести Его к себе. И когда Тот пришел к Нему, спросили Его, Чего Ты хочешь от меня? Он сказал Господи, чтобы мне прозреть. Иисус сказал Ему прозри, вера Твоя спасла Тебя. Как мне нравятся эти слова после каждого исцеления, которое Иисус говорил: Вера Твоя спасла тебя. Вот это была Его вера, вы слышите меня. Ты скажешь, что есть вера. Залезь на дерево и ори. Вот твоя вера. Вы слышите меня? Вера это не сидит. Я верю, я верю, я верю. Я верю, я верю, я верю. Но вера это Господь. Я больше с этой ситуацией смиряться не буду. Во имя Иисуса Христа сдохну, но не буду. И буду орать до тех пор, пока не придет прорыв в этой ситуации. Сколько долго, сколько надо. Он проходил мимо. Oh, Твое положение в обществе ничего о тебе не говорит. Я видел пастырей с сердцами рабов. И видел рабов и коллег с сердцами чемпионов. Которые вылазили, орали и наслаждение получали. Получали прорывы, служение получали. Люди, которые ничего в своей жизни не должны были иметь. Знаете, я очень часто проповедую о тех людях, которых Бог избрал. Это серьезная категория людей, это хорошо. Такие, это Давид, про которого я люблю упоминать. Кстати, в этой теме он не вместился. Я серьезно, я был в шоке. Я его так люблю, он сюда не подошел. Потому что ему все как бы, ну, приехало, да, у него там были свои песни. Но он не подошел в эту тему, потому что он был, его избрали, его нашли. Ну что делать, если тебя не избрали и не нашли, как этих людей? Орать, пока на тебя не обратят внимания. Начни рад, начни говорить, я не смиряюсь, я не хочу. Мой дом, фу, не смиряюсь. Моя работа, фу, не смиряюсь. Моя непокаянная семья, не смиряюсь. Господь, спаси мою семью. И может быть полчаса твоего крика до Бога больше речца, чем твои 30-летние молитвы без толка потому что в крике выражается сердце твое. Я в своей жизни христиан разделил на три категории. Христиане парусные лодки. Это личность, которая зависит только от ветра. От какого ветра? Сори, куда дует, туда плывем. Если не попутный ветер, стоим. Парусные лодки, зависящие всегда от мнения других. Они никогда за себя не могут делать решение, потому что у них нет двигателя. Они просто с парусом. Пт. Ушел. Знаете такие христиан? «Ну, я знаю. Ну ты что, не можешь сказать нет? Не могу. Я думал, «Ну, ты что, бестолковый? Да. Я потом понял и перестал сражаться с ним. Думаю, все, на парусе парень. Вторая категория ⁇ это лодки баржи, которые... Они могут плыть, но им постоянно нужен двигатель. То есть они не зависят от ветра, потому что на баржу ветер не влияет. Это как грибная лодка, знаете, то же самое. Их им постоянно нужно, чтобы кто-то греб. То есть, как только они присоединяются к какому-то мощному лидеру, они тоже крутые. <laughs> Знаете, баржа она много может на себя вместить, она много может на себя потянуть, она классная. Но у нее нет двигателя. Им надо постоянно, чтобы кто-то ее буксировал. Видели буксиры? Маленькие буксиры, мощные буксиры, тягают такие баржищие огромные. Вот это христианин баржа. Он вроде может много сделать, но только от, от, отплыл буксир все, он ему и ветер что дует, а дует, ой дует, пусть дует. Понимаете, ему, ему все равно, дует, не дует, ветер. Бо... Понимаете, ему баржа надо, баржа. Его постоянно нужно, ты идешь, не знаю, идешь. Видели такие христиане? Вот, вот это христиане, вот эти грибные лодки, или баржи я их называю, которые нет паруса, нет движка. Это вообще, это вообще непонятное положение. У тебя ужас какой-то. У паруса это вообще кошмар. Если ты там хоть к барже, к вернее, не к барже, к правильному буксиру подцепишься, а там хоть что-то будет. Самое главное, процепиться вовремя. И к правильной баржи, к правильному буксиру. Окей? И вот такие просто, знаете. И самое интересное, что эту баржу, замечали людей? Самое интересное, что их могут один буксир тянуть туда один день. А вот он под буксир очнулся, назад его притянул. Он говорит, а, а. Знаете, и он как бы, я не хочу туда, я не хочу. У него нет двигателя, у него нет своей воли. У него нет даже паруса. Там хоть дует постоянно куда-то. Тут вообще не дует. Тут постоянно тянет кто-то тебя. Ага. Человек, который не имеющий, не имеющий никакого, знаете, средства передвижения. Ему нужен постоянно или, или несколько мужиков в лодке с веслами, или нужен, или нужен буксир, который постоянно тянет куда-то. Вторая категория. У родными третья категория. Это моя самая любимая категория. Это христиане-пароходы, которым вообще все равно. Ливень, дождь, шторм, направление. Им вообще все равно. Он выбирает направление в Север. Фу, нажал бля -бля 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 -бля, и попер ему вообще все равно. Что там сзади, тех сдувает, баржи вообще туда не ходят, их переворачивают там, а эта огромная махина прет и все. Родные мои, я мечтаю, чтобы все из вас просто стали людьми со своим личным двигателем. Что это? Это моя воля, которую мне дал Бог, и я сам разберусь, куда мне плыть. Вы слышите меня? Я разберусь, куда мне идти. А мы туда не идем. Не идите, вперед. Я иду. Христиане пароходы. Вот просто сейчас внимательно задумайтесь, кто вы. Просто хорошо подумайте, кто вы. Или вас тянут, или вы постоянно... Да, но большинство пароходов это точно. Потому что вас совсем не туда тянуло. Хотели затянуть. Вы сами сюда приплыли. Вот такие моменты. Еще прочитаем одно место. Это мне место еще больше нравится. От Марка, 7 глава, с 24 по 30 стих. И отправившись оттуда, пришел в пределы тирские и сидонские. И войдя в дом, смотрите, слушайте, следите за этой историей внимательно. И войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог таиться. Так некоторые из вас. Приезжают там где-то на векейшн, где-то посетить, и вас сразу, а иди сюда. А мы слышали, что там у вас такое. Понимаешь, то же самое с многими, как только, только начнет Бог вас использовать, вы нигде отдохнуть даже не сможете. Тебя и на Хаваях найдут, и инкаунтер будешь и на Хаваях проводить. В океане. Смотрите. Тирсий Сидонский и не хотел, чтобы, и не хотел, чтобы кто узнал. Но не могу таиться, ибо услышала о нем женщина. Вот эти женщины, вот эти женщины. Слушай, откуда она приперлась? Не знаю. Чего она хочет? Не знаю. Уберите ее, она не уходит. Как мне нравятся эти женщины, которые всгрызлись и все. Они видят, ничего нет, все кошмар. Но я вижу, вот моя надежда. Она язычница была. Вы помните такое? Она вообще не имела никакого права касаться Иисуса Христа. Она не имела никакого права даже быть там, где был Иисус. Это было осквернение для еврея. Он был в Тире и Сидоне просто отдохнуть. Думает, уйду от евреев, чуть-чуть тут среди язычников потусуюсь. Викейшн Иисус хотел сделать. Реально, я не шучу. Викейшн. Не, не хотел, чтобы никто его видел. Он хотел расслабиться, рыбку на камине пожарить. Просто расслабиться. Okay? И здесь... Ту -ту -ту. Кто это? Та вот одна тут. Орет. Читаем дальше. Вот мне нравится эта женщина. Услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым, нечистым духом. И придя, припала к ногам его, а женщина-та была язычница, родом Серафиникиянка. Серафиникиянка, серафиникиянка. Это слово обычно такое тяжелое, его так тяжело выиграть. Окей. Смотрите. Родом Серафиникиянка и спросила его, чтобы изгнал беза из ее дочери. Но Иисус сказал ей, дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. О, -о, -о, -о. -о. О, -о. Иисус же такой любящий. Скажите мне, дорогие хохлы, что тут было? Вот что только что произошло? А? Дискриминация. Господь, нечестно Ты поступил. Приходи на братский совет. Родивый, скажите мне, что, что только что произошло? Он же любящий, трости надломленной не приломил, Родные мои, знаете, для кого это сейчас написано было? Для тебя. Чтобы ты, родившись даже где-то там, знаете... Мамба Ямба. Там где-то, если у тебя даже покрывала нет, так только с бананов. Это для тебя слово, для тебя. Даже на острове можешь получить свой прорыв. Вы слышите меня? Они, она не должна была вообще ничего иметь. Он туда не планировал, не хотел и в жизни не зашел туда. Там люди сотнями ушли в ад. Вы слышите меня? Сотнями, я не знаю, сколько в Сирии и Финикии там жило людей, но я понимаю, что там это город большой, жило много. Но одна получила не только спасение, но и полностью исцеление в ее доме. Почему? Потому что она вылезла на дерево и начала орать. А мне все равно, что ты меня назвал собакой. А мне все равно, что я язычница. А мне все равно, я хочу исцеление моей дочери. Начни смотреть в глаза обстоятельствам и говорить, не принимаю, не признаю, не хочу. С такими людьми что-то начинает происходить. Но Иисус сказал, ей дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлебу детей и бросить псам. Она же сказала ему в ответ, так, Господин. Представляете смирение этой женщины? Боже. Другая бы сказала, сам пес. Она же сказала ему ответ, так, Господи. То есть она говорит, да, я пес. Слышите меня? Она говорит, так, Господи. Она признала себя псом. Она говорит, да. Аминь. Смотрите. Но псы под столом едят крохи у детей. О -о 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 -о. Родные мои, я не знаю, что было с этой женщиной. Она даже объяснила, я пес. Amen. Но даже псы у своих господ питаются под столами. Если бы вы знали какое-то сильное откровение, вы бы перестали сюсюкаться. Вы слышите меня? Вы бы перестали надеяться на обстоятельства и ждать, что что-то в мою жизнь придет. Мне все равно, я крохами под столом буду питаться, но с царского стола. Да, я не могу быть в этой церкви, но я сяду на интернет и скачаю все проповеди. И я буду их есть и есть и есть. Потому что я хочу кушать. Она же сказала ему в ответ так, Господи, но псы под столом едят крохи у детей и сказал ей за это слово Пойди, бес вышел из твоей дочери, и, придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. О, Иисус! Как мне нравится наш Бог! Чтобы никто из вас никогда в жизни больше не сказал, Богу, у меня обстоятельства такие были. Она раздавила все свои обстоятельства и получила свое чудо. Помните этого прокаженного? Как его звали? О! Помните его? Помните Ниимана, которому девочка-еврейка, рабыня? Служ, при, она при дворе служила, сказала, есть пророк, с которым Бог. И этот язычник, прокаженный, прется. Да, у него там были волнения немножко, проблемки были. Что это я приперся? Я думал, он возложит руку. Man, он харизмат был. И что самое интересное произошло? он ему говорит, эй, иди окунись там. Эй, эй, эй. Знаешь, несколько раз. Семь раз, да? Там семь раз. Семь раз окунись и будешь здоров. Он разозлился. А потом ему это сказал, ты что, больной? Если бы тебе сказали, там гору золота если ты привез? Ну да. Заткнись, иди в Айрдан быстро. Купайся. И он пошел, окунулся, получил и в шоке. Дай мне землю, я каю. Сразу покаялся, принял Господа в свое сердце и кучу земли набрал, чтобы на ней поклоняться. О! А его слуга Противный, который всю жизнь жил с Богом, получил Его проказу. Я просто не хочу в историю вдаваться, вы знаете, у нас время заканчивается. Тот, который должен ходить в славе, остался в проказе, потому что гадкое сердце было. А тот, который за три-9 земель пришел к своим врагам, они были во вражде, эти два народа. Он просто попросил убежище и сказал, мне нужна молитва этого пророка. Получил, получил прорыв Божий. Потому что Нейман где-то там, а там море людей умирало от проказы. Нейман не умер. Почему? Потому что он отказался. Отказался принимать свои обстоятельства. Аймен, Отказался принимать, а прокаженный, ну что, пойду в пещеру к прокаженным. Там тоже неплохо. Кормит. Давайте еще. Я вам честно, вы думаете, в Библии этого нет? Библия полна этих персонажей. Вспомните Анну. Кто помнит Анну бесплодную, у которой родился самый сильнейший пророк в ее время Самуил? Она тоже. Она, она не захотела смиряться со своим бесплодием, а? Она просто стала и в храме орала. И подошел пророк и говорит ей: "Ты что, набухалась?" Он говорит: нет, я изливаю мою душу перед моим Богом. Не мешай! А -а 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 -а! Вы слышите меня? Люди получают все, что они хотят, потому что они отрекаются смиряться с обстоятельствами. Эй, воздайте славу Богу. Читаем последнее место. Очень интересно. От Луки 8 глава 43 стих. А этот случай мне так нравится. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, издержав на врачей все имение, ни одним, ни одним не могла быть вылечена. Пойдя, подойдя сзади, коснулась края одежды его. И тотчас течение крови ее остановилось. И сказал ей Иисус, кто прикоснулся ко мне. Когда же все отрицались, Петр, ну, Петр всегда умный был. И Петр говорит, ты че, учи, не понимаешь, мы тут все, братва, вокруг тут тусуемся. И тут, ну, как бы все тебя касаются. Ну, смотрите. Ладно, я вам честно говорю, мне некоторые говорили, тебе нужно было за деньги комиком быть. А я пас. Ну, а, ладно, времени Все, читаем дальше. Смотри. И сказал Иисус... кто прикоснулся ко мне? Когда же все отрицались, Петр сказал. Петр сказал, Иисус бывший с ним наставник. Народ окружает тебя и теснит тебя, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне. Знаете, в такой иронической форме. Но Иисус сказал, прикоснулся ко мне некто. Иисус знает этого некто. Кто некто здесь? Поднимите руку. Я некто. Я некто. Я некто. Это я тот, который подползает, который даже не видно. Он там где-то взял и... Она не успела уйти. Она уже все, она уже уходила, все. Все было чисто сделано. Работа была вообще клын. Смотрите. Прикоснулся ко мне некто, я чувствовал силу, исшедшую из меня. Женщина, видя, что она не может смыться, с трепетом подошла, и папа перед ним объявила ему, перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему. Ну, это мой перевод. Смотрите. И как тот человек исцелился, он ей сказал, дерзает черь опять вера твоя спасла тебя иди с миром. Вы слышите меня? Что есть вера? Вера есть то, что я не принимаю обстоятельства, которые мне отвесила жизнь. Я не признаю то, в чем я родился, то, кем я родился. Я это изменю. Я не признаю ту церковь, которую мне отмерили. Я ее изменю во имя Иисуса Христа. И вы все мне поможете. Я не признаю. О, ну, кто ты? Скоро увидишь. Я отмерил себе не то, что отмеряют. Я вот в смирении хожу. В каком? Перед кем? Я в смирении перед Богом хожу, но не перед тобой. Вы слышите меня? Ты должен знать, где смирение должно быть. А где должна быть власть? Аминь? Иисус тоже в смирении перед Отцом ходил. Но там, где надо дать кнута, Он смирение, сори, папа, фу, фу. хорошо работал. Так вот, родные, кто вы? Лодки на парусе? Лодочки на веслах? Или вы пароходы, которые не зависят ни от чего? Я с самого детства сказал, я буду пароход. Вы взяли что-то для себя, церковь.